12 октября в 11 часов во всех учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты Гродненской области прошла одновременная эвакуация людей. В синхронном режиме в масштабах области такое мероприятие проводится впервые. На одной из таких эвакуаций в средней школе номер 10 побывало Слонимское телевидение. Когда у нас происходит возгорание, мы звоним в пожарную часть 101, даем 4 звоночка. И оповещаем руководство директора, завхоза, и начинается эвакуация деток. Во время учебной эвакуации из школы без паники и толкотни в течение нескольких минут было выведено более 600 человек. Ребята и персонал школы собрались на безопасном расстоянии от места чрезвычайного происшествия в районе своего стадиона. К ребятам обратилась директор учебного заведения. Дорогие ребята, сегодня произошла у нас просто-напросто тренировочная эвакуация. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории школы и в помещении школы. Очень хорошо, что вы сегодня организованно, спокойно покинули свои помещения. Если есть какие-то ошибки, если вдруг что-то не так, как обычно запланировано по плану, все будет разобрано в рабочем порядке и до вас, до каждого донесено. Несмотря на самокритичность руководителя школы, эвакуацию высоко оценил присутствовавший на ней начальник Слонимского РУЧС Аркадий Брайчук. Были отработаны все запланированные мероприятия, то есть эвакуация детей, эвакуация персонала, необходимые документации, а также персонал, который был задействован в плане эвакуации, сообщил службу спасения 101 и действовали спокойно и уверенно. Цель проводимых мероприятий – еще раз напомнить гражданам нашим, нашим детям о том, что нарушать правила пожарной безопасности недопустимо. Но в школе случился пожар, как нужно эвакуироваться при возникновении этого пожара. 10-я школа, пожалуй, одна из самых подготовленных в городе в плане гражданской обороны. Показателен пример, когда в 2005 году ей удалось с честью перенести реальную эвакуацию. Когда один из учащихся нерадивых позвонил в милицию и дал команду, вернее, прозвонил, сказал, что якобы 10-я школа заминирована. Но принятыми мерами быстренько учащиеся были эвакуированы, были вызваны специальные службы, которые проверили на наличие взрывчатых веществ, которых, к счастью, не оказалось. Ну и дети после этого были заведены в школу. Изучением инструкций школьниками и персоналом на случай пожара и других чрезвычайных происшествий в 10-й школе не довольствуются. Здесь действует класс МЧС, а поэтому к этим ребятам требования повышенные. Обязанности учащихся классов МЧС при эвакуации – это отсекать пути эвакуации, чтобы не было пересечения вот этих эвакуируемых. Они знают свои места, они находятся по этажам, отсекая, как я сказал, пути эвакуации, и на выходных дверях, оказывая помощь, особенно маленьким детям, при эвакуации. Но с ними неоднократно проводятся занятия, они четко понимают, знают и выполняют свои требования. Они больше вот это все проходят и изучают, нежели все остальные. С ними проводится больше тренировок. По прошествии нескольких десятков минут после эвакуации все ребята возвратились в школу, чтобы продолжить занятия. А вечером они об этом мероприятии обязательно рассказали родителям, чтобы и те знали, как в любой ситуации сохранять спокойствие и выдержку и знать, что делать.